Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами проектом, который находится на предстарте. Апельсин Мани. Значит, доход здесь на 1 700 000 рублей можно получить. Так, так вот он выглядит. Сами уже здесь все просмотрите. Здесь выплаты автоматически. Все будет приходить на Payeer кошелек. Давайте перейдем к маркетингу и посмотрим. Так, наши столы. Так, первая площадка. Гамлин. Стоимость активации 280 рублей. Из этих 280 рублей 30 рублей получает куратор, то есть тот человек, который вас пригласил. И 250 рублей стоит место на первом столе. Значит, первый уровень 3 реферала. Второй, так, от первого реферала вы получаете 250 рублей. Так, матрица 1 на 3. Значит, в первом 3 человека. Во втором, так. Так, первый 3, второй 9 и третий 27 рефералов. Так, значит, что здесь у нас? Ну, первый вот уровень, первый стол. 3 реферала. От первого реферала вы получаете 250 рублей. От второго реферала 50 рублей. После третьего реферала вы переходите на второй стол. Здесь все автоматизировано. Так, это первая площадка за 280 рублей. Вторая площадка, она подороже. Стоит, они все отдельны друг от друга. Они не зависят друг от друга. Можно заходить на любую из площадок. Так, стоимость активации площадка, верно, 1450 рублей. 150 рублей получает куратор. И 1300 стоит первое место на первом столе. Также матрица 1 на 3. 3, 9, 27. Так. И третья площадка. Салустиана. Вот на эту площадку, наверное, больше всего людей и пойдут, потому что она самая дешевая. Значит, стоимость активации 120 рублей. Я вот пойду на 120 рублей. 20 рублей получает куратор. И 100 рублей стоит место на первом столе. Матрица, первый стол 1 на 3. Первый уровень 3 реферала. От первого реферала вы получаете 100 рублей. От второго 30. После третьего реферала вы переходите на второй стол. И второй стол. Здесь уже 9 человек. Уровень первый 9 рефералов. От первого и второго реферала вы получаете по 170 рублей. В сумме 340 рублей. После девятого реферала вы переходите на третий стол. И третий стол, матрица 1 на 27. Здесь еще столы. Здесь 4 стола. Ну, и тут тоже прочтете. Значит, итого на Payeer 1 270 000 рублей. Даже если мы получим не 1 270 000 рублей, а хотя бы там 10%, да, это уже от этой суммы. Это уже, я считаю, неплохой результат. Есть группа ВКонтакте. Так, можно перейти. И админ. Здесь есть тоже. Значит, ну, здесь новости, ну и регистрация. Я уже зарегистрировалась. Активация будет по дате регистрации. Нужно занять место. Значит, имя пишем, email, логин, пароль, повтор пароля. Нажимаем, ставим галочку, не помню, вроде бы регистрация. Я же уже зарегистрирована и войду в аккаунт. Значит, и что у нас здесь? Здесь наша домашняя такая страничка. И здесь сразу же наша реферальная ссылочка. Есть суппорт адрес. Так, администратор, группа ВКонтакте. Вот все кликабельно, можно, друзья, перейти. И у нас что здесь? Вкладочка «Заработано», «Выведено», «Баланс». Как я сказала, здесь все автоматизировано, и денежка будет поступать сразу на наш Payeer кошелек.
Значит, вот гамлинг. Первая площадка, вторая и третья. После пополнения сразу мы активируем площадку. Нажимаем активировать. И доход, конечно же, очень большой. Вот на эту площадку, наверное, все и пойдут, потому что она и дешевая, ну и доход. Правильно, 1 200 000. Значит, вкладочка «Мой баланс». Здесь вкладочка будет «Моя матрица». Как бы мы выбираем площадку. И вот я сюда вот на 120 рублей и пойду. Так, мои партнеры будут отображаться, наши команды, ну, партнеры наши. Далее можно загрузить аватар. Это, друзья, я все потом сделаю. Баннеры. Есть всевозможные баннеры у нас. Это супер. Так. Вот, о, 125 на 125 есть. Это хорошо. Вот. И вот такой вот тоже хорошо большой баннер. Значит, новости, финансовые отчеты, вопросы-ответы. Вкладочка «Профиль». Здесь как бы можно все это заполнить. Я тоже пароль изменить, фото загрузить. Это все я потом сделаю. Так. И что? Выход. Мой баланс. Наверное, еще баланс не работает. Значит, друзья, вот здесь написано «Выплата автоматически». Нужно будет прописать вот в этой вкладочке свой Pair кошелек. Будьте предельно внимательны, прописывая Pair кошелек, потому что изменить его, если вы ошибетесь, может только администратор или поддержка. Ну, вот как-то так. Значит, ну и как бы пополнить. Так, подождите, мой баланс. Главное. Так, я хочу пополнить. Что-то здесь. Пополнение баланса пока недоступно. Ну, вот в районе 24 часов как бы будет доступно пополнение. И обязательно пополняем и активируем площадку. Чем раньше мы это сделаем, тем лучше, потому что предусмотрены, друзья, здесь переливы от вышестоящих спонсоров. Это круто, конечно. Ну, в принципе, я все такое рассказала. Приглашаю в проект. Проект обещает быть крутым. Все супер. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.